самых оперативных, увлекательных, познавательных, интересных, а самое главное, актуальных и популярных новостей. В сети Путин рассказал, что ребенком его тайно крестил отец патриарха Кирилла. Да ну, что, Путин крещеный? Да не, ну не может, ну как? Во время того, как его крестили, Бог что, отвернулся или что от него, не понимаю. В общем, рассказал он такую ситуацию, что крестили его в тайне в 52-м году, поскольку отец, естественно, был членом КПСС, а это тогда вообще в 52-м году, в конце 52-го не приветствовалось, да, поэтому в тайне крестили в одном из храмов Питера. Вот. Батюшка окрестил его, хотел назвать его Михаилом. Михаил Путин. Нет, не звучит. Вообще не звучит. Владимир Путин, типа, вот, покрестил его, все нормально. В тайне, конечно, в тайне, ну, сомневаюсь. В общем, потом в светских беседах с патриархом Кириллом, ну, напомню, что церковь у нас не должна пересекаться с политикой, но это все только не в России, только не в России. Тут прям стопроцентная такая политика, такая, сука, вот вам, патриархи, мерседесы, часы, ланжи по 200 тысяч евро, вот, а народ говно живет, блядь. Короче, что-то завелся с самого утра, ну, потому что нельзя, потому что, оказывается, еще и вышел фильм «Патриарх». На каком канале? Конечно же, «Россия-1». На каком, сука, еще канале можно видеть фильм об патриархе Кирилле, который агент КГБ, это однозначно. Да ничего там духовного в нем нету. Просто тупо бизнес и политика. Я заявляю, русская православная церковь – это бизнес и политика. Поэтому дальше ничего не буду рассказывать, поскольку никакой духовности и крещению это не имеет нахер никакого отношения. У меня